Вон, видите, в центре кадра туннель. Как-никак. Вон туда сейчас газелька завазит. Сейчас и мы туда пойдем. Я уже по нему проезжал, пока ехал сюда. Соответственно, кто не знает. А, между прочим, он под железной дорогой. И, между прочим, наверное, это та самая железная дорога, которая ведет на Чепелёво. Наверное, я так думаю. Да? Она это не она. Что, поднимемся, посмотрим, что ли? Ладно, сейчас давайте проедем на ту сторону. Ага, вот он. Его, значит, мы пропускаем, потому что вот у нас знак. Мы красненькие. А он черненький. Вот такая картина у нас стругацкая. Видал? Samsung биотелевизор. Так, сейчас мы вот здесь припаркуемся. И, может быть, сможем с вами залезть на железную дорогу. Посмотрим. В газель вообще еле пролезу. Вот видите, а сюда по правилам мы в преимуществе. Так. 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 И пошли совершать смелое свершение. Так. Как говорится, вольем бодрости в жилы. Нам еще скажут, что мы тут какую-нибудь диверсию замышляем на железной дороге, блин. Ну, посмотрим. Нам же интересно посмотреть. Вот мы где. О. О. Шик.